Здравствуйте, меня зовут Сергей Длин, я являюсь руководителем клиники лечения позвоночника и суставов, врач-невролог, остеопат, врач превентивной медицины. И сегодня я расскажу вам про комплекс микронутриентов «Здоровый позвоночник». Этот комплекс является очень эффективным при лечении и профилактике заболеваний, как острых, так и хронических заболеваний позвоночника. В нем содержится вся группа витаминов В, с В1 по В12. Витамины группы В обладают огромным количеством необходимых для нашего организма свойств. В первую очередь это улучшение нервной проводимости, это восстановление рецепторной чувствительности, помогает группа В также справиться с болевым синдромом и обладает противовоспалительной активностью. Также способствует восстановлению оболочки нерва. Кроме этого, в этом комплексе микронутриентов находится витамин А, витамин D, магний, который помогает справиться с гипертонусом, с сильным мышечным напряжением, а также цинк, который способствует регенерации и восстановлению клеток. Железо, которое находится в составе нашего комплекса, также способствует более быстрому восстановлению мышц, помогает доставлять кислород тканям и, как следствие, улучшает метаболизм на уровне клеток, а селен способствует достаточно быстрой регенерации и восстановлению. Этот комплекс имеет в своем составе весь ряд необходимых микронутриентов, которые даст нашему организму ресурсы для восстановления опорно-двигательной системы. Этот комплекс мы рекомендуем применять совместно с комплексом микронутриентов «Здоровые суставы». И тогда, помимо необходимых микронутриентов для позвоночника, организм также получит дополнительно еще хондроитин и глюкозамин, которые позволят и снять воспаление в области мелких суставов позвоночника, а также укрепят хрящевую ткань и улучшат выработку синовиальной жидкости, то есть смазки, которая необходима суставу, чтобы двигаться.